Слава Иисусу Христу, дорогие люди! Всем вам желаю хорошей поездки, куда вы направляетесь. Не переживайте, я ничего не прошу, ни от кого ничего не надо. Хочу напомнить то, что записано в этой святой книге. Написано: все согрешили и лишены славы Божией. Возмездие за грех – смерть. Разлука с Богом на вечность. Ад человека ожидает после смерти. Но Бог не создавал ад для человека. Бог создал ад для падших ангелов и для дьявола. Но, к сожалению, и люди добровольно туда следуют. Так же, как и Царство Божие было создано для добровольцев. Чтобы добровольно человек мог выбрать, покаяться, примириться с Богом и жить в соответствии на Его Слово. Слово Божие говорится то, что Иисус Христос, Он пришел в этот мир, прошел через чистую святую, ни в чем не согрешивший, но Он умер за нас, людей грешных. За тебя меня, такой человек, Христос проливал свою кровь. Третий день Христос воскрес. Говорит на Пасху, воистину воскрес. Это истинная правда, что Иисус есть живой. Он призывает всех людей покаяться и обратиться. Иисус не только воскрес, а жив. И Он говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие, молитесь Богу. Бог слышит вас. Мы дарим бесплатно молитву, дарим Евангелие. Кто не желает,